одна женщина. Бежит. Девушка, 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 девушка. Она залезла в лифт, а тот говорит: я не девушка. А, дура, нашла чем гордиться. Ничего интересного в моих книгах нет. Все написано через хихихаха. Такая, ну, скажем так, у вас есть вопросы по сексологии. Ну, скажем, вы хотите изучать сексологию. Это целая книга. А я их, это в книге, вот, вот так, мизинец держите, пожалуйста. Все, 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 мизинец, мизинец, вот так. Пожалуйста, будьте добры. Уши. Уши. Делаем движение. Делаем движение. Вынимаем. И теперь научный вопрос. Где более приятно, в ушах или в ушах? Или пальцах? В ушах. Вот только что сексологи начали и закончили. На тему различия мужской и женской оргазма. И на вопрос, кому в жизни повезло? Вся книга написана с этими, на вот таком способом. Дурак не поймет, умному нафиг эта книга не надо. Потому что у него есть свои решения. А вы знаете, как воспитывать свою дочерь? Всегда ищу. Экспериментаторша. А вы знаете, как воспитывать своих детей? Их трое. Их трое. Откуда я знаю количество? Видно. Училка. А что? Я провизор. Вообще по специальности. Спасибо. Но вначале позолотите мои руки, потом точно буду вам говорить. Ну, о том, что у вас трое детей, написано. Потому что вы немножечко более женственна, чем она. Она дипломированная. Но это тоже мало. Мало. Трое детей – это мало. Для сохранения нации надо трое детей. 10 миллионов, через 100 лет 10 миллионов. А для того, чтобы она увеличивалась, да, надо больше трех детей. А если два, одна семья, двое детей, нация начинает сокращаться. Если двое детей, один ребенок, то это уже полные эгоисты. Нация за 50 лет сокращается ровно 4 раза. Через 50-60 лет в Казахстане будет одни верблюды. Так что от этих цивилизованных людей цивилизация – это смертельно опасный, созданный эгоистами. Значит, где решение? Где решение? Восстановите семье, своей национальной культуры. К какой бы нации ни относились, восстановите своей семье национальные традиции. Вы не можете этот реку остановить, но вы можете в своем семье создать эту национальную ценность. Национальные ценности, благодаря которой нация тысячелетиями находится. А где-то 50 или 100 лет для нации – это отдых между двумя ударами сердца. Было немцы, исчезли с лица земли. Были англичане, исчезли. Были французы. Это они все исчезают с лица земли. В прямом смысле идет сокращение и замена этих наций на жителей африканцев и других. Теперь, а почему китайцы, их много? Да потому что у этих людей государственная политика, культ старших. В Японии почему так народ долго живут? Самые долгожители планеты – это японцы. Там культ старших в государственном уровне поддерживается. Поддерживается. Там, где три поколения вместе советуются, у младшего поколения есть эрекция, у старшего поколения что?
есть духовность и интеллект, и находит вторую половину. Любовь морков, о котором в самом начале говорили, это весенние цветы, и его не сваришь. Попробуйте поесть эти цветы весной. Без дизентерии не обойдетесь. Вы согласны? Настоящая любовь – это через труд. Берете кетмей, берете лопатку и раком все лето копаетесь на семейном огороде. Осенью плода будет начинать плодоносить. Настоящая любовь от терпения варится, от труда, а не от желаний. Вы терпите недостатки этого козла. Конечно, он тоже будет терпеть с помощью старших этой полной дуры. И через какое-то время из одна половинка и два идиота будет сливаться, появится одно целое. Одно целое – это терпение недостатков друг друга. Настоящая любовь без труда не возникает. Без труда только эрекция наступает. От эрекции только дворняжки размножаются на улице. А дворняжки – дюжина, одна копейка. Самая идеальная семья, когда жена немая, а муж глухой от рождения. Это идеальная семья. Мой отец, Царство ему небесное, всегда говорил: сынок, самое главное, если ты хочешь жить как мы, я от нас говорю: папа, я хочу, как вы, сладкие, как парочки. Тебе предстоит 50 лет терпеть недостатки жены. Потом станет счастливым. В нашем роду всегда первые 50 лет все мужчины терпят свою жену. Я слышал, но не про... Однажды спросил: папа, а потом что с вами случилось через 50 лет? Вот живете 68 лет. Говорит: сынок, в нашем роду через 50 лет семейной жизни все мужчины глохнут, ты тоже оглохнешь. Кризис, да? Кризис. Ё-моё, у меня шестой кризис. 30 лет шастаю по всему миру. Кризис – это весна, где старая жухлая паразитирующая трава сгорает, а новый вырастает. Именно во время кризиса я набираю. Именно во время кризиса в книжных магазинах людей становится много. А когда все хорошо, в книжных магазинах людей меньше. Они где-нибудь Шарм-эль-Шейхе, ну, там есть такой корыто для поросят, называется «Шведский стол» и «Красное море». Хрюкают, хурь-хурь-хурь-хурь туда и хурь-хурь-хурь-хурь сюда. Тяжелые моменты, именно время интеллектуалов. Не забудьте, познайте свою цену. На улице я никогда никому не говорю: «Салам алейкум, здравствуйте», и все, делаю вид, что не замечаю. Но мы с вами находимся в том месте, где от обезьяны человек превратился, где из толпы, толпа это идиот, он потребляет. Люди интеллектуалы создают. Понимаете? Вы находитесь в храме интеллекта. Подобие тянется к подобию. Вот с этого я с вами так жестко обхожу, потому что вы поступаете как все. За то, что вы оскорбляете свой Божий дар, свое предназначение. Вы интеллектуалы. Они, этот Божий дар не всем дается.
Что? Почему? Вопрос, элементарный детский вопрос. Почему стадо баранов пасет один мальчик? Потому что у мальчика интеллект есть. Хоть пусть поменяйтесь баранов скотинами, породистыми, тонны каждый, все равно мальчик управляет, значит интеллект. Если от физического труда человек стал бы успешным животным, ну, человек тоже животный, самый богатый был бы осел. Вечное животное. Значит, мои хорошие, извините, пожалуйста, в таком жестком форме с вами общаюсь, потому что академическая форма. Скажите, пожалуйста, вот вы видели сердобольного хирурга? Нет, да? А если больной хирург сердобольный, коллега, что произойдет с больным? А? Больной подохнет. Садитесь, пожалуйста. Сердобольность хирурга приводит к смерти. Потому что хирург должен быть безжалостным. Его главная задача – оттяпать тот участок, который приводит к смерти больного. Задача, чтобы его оставить живым. И моя задача, я себя считаю больше психохирургом. Так что, коллеги, извините, пожалуйста, вы попали сегодня под раздачу. Только идиоты думают, с неба успех падает. Успех – это трудовой пот. Это труд, это шевеление мозгами. Говорится, у вас, оказывается, в Алмате. А в нашем клубе вначале шевели задницей в направлении своей мечты. Шевели, все. Падаешь, падай вперед. Надо идти. Время. Еще когда будет кризис? Вы знаете что? Вы состаритесь. Родились уже. Значит, используйте, когда свободное пространство открывается. Как можно узнать слабого человека? Он хнычет, даже в раю. Во время отсутствия кризиса хнычет. Сволочи, козлы оборовали народ со столов. Во время кризиса они уже воют. Кризис, блин. Все. Они или в хорошее время воет, ноет, а в плохое время воет. А вот сильный человек в тяжелое время обращается к своей душе. В каждом человеке есть слабость. Скажешь, слабость есть у вас? Нет? Много или мало, или средне? У нее мало. Она сильнее меня. А у меня огромное количество слабостей. Значит, если вы знаете свои слабости, значит, у вас есть выбор – оставаться там или стать сильным. Вы согласны? А вот слабый человек, между прочим, если вы сказали бы, у меня нет недостатков, я сразу понял бы, вы случайный человек. Только сильный человек знает свои слабые стороны. А слабый человек знает слабость окружающего мира. Они всегда ищут на окружающем мире, как? Источник своих проблем.